студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. В Старомосколье и Губкине двузначные плюсовые температуры и небо ясное с редкими облаками. По данным гидрометцентра, утром 8 апреля столбик термометра укажет на 10 градусов тепла, в обед целых 18, а вечером вернется к 10. Юго-западный ветер изменит направление на южное. Порывы будут достигать 5 метров в секунду. Луна растущая, магнитное поле слабо возмущенное. Световой день продлится 13 часов 19 минут. Атмосферное давление в норме. 742-744 миллиметров ртутного столба.